Дедушку Ленина они знают не хуже ульяновцев. Около 200 молодых людей из Китайской Народной Республики посетили наш город при участии региональных министерств молодежного развития и агентства по туризму. Гости из Поднебесной – участники российско-китайского форума «Волга-Янцзы», который проходит в рамках молодежного форума «Иволга». Знакомство китайской делегации с Ульяновском началось с Ленинского мемориала. Каждый человек в Китае знает Ленина. Ну, поэтому я здесь для мемориал. Ну, это все. После экскурсии по музейному комплексу участники форума прошли церемонию приема в пионеры. Знаменитый красный галстук и значок ребята получили в торжественной обстановке после произнесения клятвы. То есть они с большим интересом относятся к экспозиции, которая представлена, а церемония принятия в пионеры вызывает у них такое чувство трепета. То есть они относятся не так, как россияне. Россияне относятся как к ушедшей такой традиции. Для них это очень значимая традиция. Все, что связано с именем Ленина, воспринимается очень с большим восторгом, трепетом. То есть они действительно замирают, когда им повязывают галстук, как когда-то мы, очень давно. Теперь гостям из Китая точно будет что вспомнить. Церемония вступления в пионеры – одно из развлекательных мероприятий экскурсионной программы проекта «Красный маршрут». Именно это мероприятие так любят иностранные туристы. В целом же за время своего существования «Красный маршрут» успел зарекомендовать себя как один из наиболее перспективных проектов в сфере туристического сотрудничества между Россией и Китаем. Ирина Антонова, Константин Никитин, новости «Ульяновской правды».